Пусть для этого потребовалось 10 лет без времени, а? Но это лучше, например, чем 100 лет, как и
никогда в Европе. Это гражданское общество уже есть и никуда не денется. Я вижу вас сегодня. Мы не должны успокаиваться. И в марте, я думаю, решится очень многое. Спасибо вам всем. Никогда еще не было в Москве такого ощущения единения и решительности. Спасибо. Будьте добры, пройдите. Аккуратнее. До уровня дома 10, вход в дверь, выходите туда, не стойте на проезжей части. А куда стоит проезжую часть?